Ребят, покажу вам, как выглядит комната, палата, то есть, в которой я лежал. То есть, вот такой вот телевизор. Что касается телевизора, давайте я вам сразу расскажу. Я как-то искал, думал, может, здесь можно громкость прибавить. Там, короче, все в пыли, я не знаю. Вроде бы комната такая, знаете, где изолированные лежат люди, да, где возможность заразиться бактериями. Да, вот такие две кровати. В Германии, как правило, на двух человек. Ну, если вы, конечно, приват-пациент, тогда вы будете лежать отдельно, то есть сам. Но мне повезло, я лежал 4 дня один. Да, вот так у каждого по шкафчику, то есть я выбрал вот эту сторону, красная точка наклеенная. Все, что красной точки, все мое. Да, есть вот такое освещение. Давайте включу вам. Вот так вот включаете. И сверху лампы загораются. Да. И есть такая подсветка, которая вот здесь на пульте управления. В общем, она включается снизу. Давайте покажу вам сразу. Вот так. Вот она нажимается вот здесь на кнопочку. И вот здесь над головой загорается. Так, покупается карта вот такая вот. Вставляется сюда. То есть ее внизу заряжать нужно на 20 евро минимум. И можете потом пользоваться телефоном, интернетом и телевидением. Да, здесь пару розеточек. Две. Так. Отключается, так понимаю. Так, вот такая вот тумбочка. Давайте я его разверну. То есть этот телефон также крутится. То есть этот пульт снимается. Здесь же медсестру вызывать можно по нему. Да, тут громкость прибавляется, телевизор. Наушники вот сюда втыкаются. Такой вот шкафчик. На две стороны, видите, он работает. Здесь такой столик раздвижной, чтобы можно было, я им не пользовался, да, чтобы можно было над кроватью кушать, ну, понятное дело. Да. Кровать регулируется, видите, да, то есть выше, ниже и раскладывается вот здесь, например. Вот так вот, моя почему-то скрипеть начала на следующий день. Да, вот такие два кресла, стол или стулья, а не кресло, наверное. Перчатки, дезинфекционные средства, календарик. Ну, так как больница у нас от церкви, я так понимаю, да? То есть в каждой комнате, в каждой палате висят вот такие вот, такого вот рода крестики. Да, есть еще ролады, такого рода жалюзи. Давайте покажу. Просто кнопочку нажимаете вниз, и они вот, давайте вот так покажу вам лучше, опускаются. Все, видите, поехали они вниз. Так что я их в обратную сторону поднимаем. Они также, видите, я сейчас перевернул ее до конца. Да, вот такая вот, заметьте, большая батарея есть здесь, широкая. Три окна открываются либо на кип, вот так, кип, кипен называется по-немецки, либо полностью настежь. Так, вот это вот дверь входная в ванную комнату и в туалет. Лариса лежала пару недель назад, у нее ванная комната и туалет были заметно меньше. А здесь опять же такая же система. Единственное, что окна непрозрачные. Да, также можно... Есть также где, вот, жалюзи, или роладен называется по-немецки. Дезинфекционное средство, которым можно протирать, так сказать, унитаз. Да. А есть две полочки, опять же, с красной, с желтой. Кругляшками, наклейками, да. Четыре вешалки для полотенца. Это мое полотенце. Кстати, полотенц нет. Нужно все свое, абсолютно все свое приносить. Вот фен еще здесь есть, но я им не пользовался, видите? Мне не нужен он. Да, вот такая вот штука есть, не знаю. На ее можно вот так вот кверху, если кому-то мешает, может быть, вдруг. Не знаю, кому, конечно, но с ней, в принципе-то, удобно. И бумага здесь висит. Да, туалетную бумагу туда можно еще повесить. Душ, в который я ходил. Вот так вот открывается, такие на магните дверки. Да, и половое покрытие, знаете, такое прикольное. Показать бы вам, как бы, оно такое вот, вот такое вот, видите?
такое вот. И тут даже какие-то волосы. Хотя сегодня здесь техничка мыла. Техничка, кстати, африканка была. Здесь, так сказать, мало персонала немецкого. Ну вот эта вот вся, вот как ее называется-то? Арматура, да? Она вся такая качественная. И от компании Гро, да? Все четко как бы работает. Да. Ну и ведерочко вот такое вот. Да, вот этот кран немножко неудобный, знаете. Если моетесь, да, он, мне кажется, это не стандарт. Он чуть-чуть длинноватый, просто он мешает. Да, ну и, конечно, свет. Вот, видите, загорается. Его можно еще и вот тут включить. Вот отсюда, вот таким вот включателем. Вот, видите. Так, ну, в принципе, вот такая вот комната. Да, еще вот этот светильник есть. Над столом. Да. Ну и в принципе все, да, доктор. Ну я думаю, это все мелочи, я не знаю, это не стоит объяснять, да, вы понимаете, что это такое. Я не знаю, насколько это является стандартным во всех больницах, ну, в других странах, да, в Германии, в принципе, это стандарт. В Америке, я бы сказал, покруче кровати, немножко пошикарнее. И вообще комнаты, палаты намного шикарнее в целом. Да, ну давайте шкафчик еще покажу. Так. Вот еще такой сейф небольшой есть. Видите? Ну как сейф? Просто можно закрыть. Да, у меня тут одни шорты остались. В принципе, я сейчас собираюсь, иду домой. Меня выписали. И вот все мои бумаги сейчас просто сложу. Таблетки вот дали мне. Антибиотики. Табличку потом уберут. Да, вот такой вот вид из окна складывается. Посмотрите. Я на третьем, по-русски на четвертом этаже нахожусь. И там еще туда есть, за этим больницей, на территории больницы есть взлетная и посадочная площадка для вертолетов. В принципе, на этом все. Вот так вот выглядит палата в Германии, в нашем городе. В нашем городе, конечно. Мусорное ведро.